Ребята, что натворили, не скажете? Ищите камень твою, вобью в голову. Ну давайте. Что натворили-то? В том-то и дело, не успели даже до кассы-то подойти. А схватили что-то или что? Вон баночка джин, вот такая. Еще до кассы-то не успели дойти. Деньги все ей даю, говорю, пускай, сука, дома дочка ждет. Блядь, рыба дороже на хуй. Нет, вы уже все достали платить деньги и по новой опять ходить воровать. Все. Что тут? Да, ребят, никто не хотел воровать. Мы пошли сразу мимо кассы, вот сюда. По кассе, вот так. Мы мимо кассы, зашли. Друзья, забыл, вот, последняя осталась. Сейчас, если все девчонки придут. Вот, смотри, баночку, джин. Мы до кассы не зашли, нас взяли. Ну, что будем делать? Сами в карман занять. Звоните, пускай несут деньги, будешь платить штрафы. Телефон дома. Да я сейчас приду, выкуплю эту баночку. Правильно, звони сразу. Ребят, мы уже вызвали банк. Ну все, нет, все, сейчас молитва. Тогда я. Оля, какую банку принесли? Вот она стоит. Сейчас вызовем, тебя ждем. Блядь, за 30 рублей вас даже дергают. Когда-нибудь обратно, забыл я еще дома. У вас уже будет штраф платить. Да? Если да, то есть? Ладно, пошел. Плати нахуй. Мы уже вызвали, ребята. Мы выпьем сейчас, я тогда. На месте стой, сейчас выпьешь. Чего ты сорвался, брать? Пиво. Стой на месте, какой пиво? Ничего не пообслужит, если все стой на месте. А не в 11 и в 12, потому что мы ходим и за вами такими смотрим, чтобы вы что-то не воровали. И зарплату хотим получать нормальную, а не чтоб с нас высчитывали потери, которые вы... Да, я тебе рыбу еще отдам на 600. Не нужна мне твоя рыба, ни на 600, ни на 700. Мне уже от вас их трясет. Ребят.